Очередное письмо на ресурсе «Донбасс сегодня». Обстрелы закалили нас. Дети не капризничают, они рано повзрослели. Луганчанка. Июль 2014-го. Проснулась от воя сирены воздушной тревоги. На часах около 5 утра. Позвонила соседка. «Может, бомбоубежище? В подвал под домом?» «Я бомбоубежище? Далеко можно не добежать. Подвал? 5 этажей вдруг рухнет, кто достанет?» Сидим в коридоре, читаем молитву. Слышно, как работает град, а недалеко взрываются мины. Затем бухать стало еще где-то рядом, дрожат стекла. Молим Бога о защите. Он услышал. Сирена смолкла, стрельба отдалилась. Слава Богу, пронесло. Сидим молча. Сил нет. Свет есть, вода пока есть. Пошла на кухню. Через 20-30 минут снова сирена. Бухает опять близко. Закрыла форточки, чтоб не лезла в уши. Голова трещит. Выходить страшно, но нужно купить хлеб и вынести мусор в контейнер возле дома. Страшно. Лучше не выходить. Вчера недалеко убила двоих. Несколько человек ранила. Сирена выла 7 раз в течение дня. Слышен был рев самолета. Обстрелы практически не прекращались. К вечеру голова раскалывается. Таблетки, снотворное и попытка заснуть. Удалось где-то за полночь склеить глаза. Проснулась от дребезжания стекол. Чувство тревоги. 3 часа ночи. Звонит сын. «Жива?» «Бухает конкретно. Часто и близко. Звоню сестре. «Жива?» «Переживаю за тебя. Град плотно работает». «Она. Это не град, а минометный обстрел». Я: «Да нет, град». Она с обидой в голосе: «Я что, град от миномета не могу отличить? Уснуть не могу, всю трясет, уеду». Вскоре уехала. Август 2014 года. Нет света, нет воды, нет связи, все магазины закрыты, рынок пустой, бухает постоянно, то дальше, то ближе, то совсем рядом. Нет света, и потому не воет сирена. Хорошо, а то уже звенит в голове занозой, даже если ее нет. А вода – это главное. Еда кое-какая есть, запаслись, а вот воды нет. Нужно следить, когда привезут ополченцы. Следит весь дом, сразу оповещают друг друга, выстраиваются в очередь. Стук в дверь, а вода. Побежала. Простояла час, не хватило. Кто-то сказал, что недалеко ополченцы на СТО открыли скважину, вода до 15 часов. С утра пораньше взяла 8 банок 5-литровых и поехала к скважине. Людей море. Стою, нервничаю. Простояла 3,5 часа. Страшновато, стреляют. Набрала. Теперь бы успеть на последнюю маршрутку. После 13 часов город замирает. Уехать не на чем. Своей машины нет. Прямое попадание в гараж, и от машины осталось только воспоминание. Да хотя бы и была. Все равно не ездили бы. Бензин купить практически невозможно. Заправки пустые. Знаете, мне вот это напоминает тот дневник луганчанки, который я начинала читать в 2016 году. Я не помню, записывала или нет. Готовили издать книгу по этому дневнику. Ну, не знаю, чем все это закончилось. Давно было. Но очень текст очень напоминает тот дневник луганчанки. Надеюсь, издали таки книгой. Извините. Люди помогли загрузить воду в маршрутку. Вышла и по 2 фляги перенесла домой. Рада. Есть 40 литров воды. Сил нет ни на что. Голова трещит, но нужно еще забрать хлеб. Просила знакомых купить. Торгуют на улице сладка 1 раз в день утром. Небо хмурое. Идти не идти. Потеряла зонт. Заходит соседка, успокаивает, что это не гроза гремит. Не нужно переживать. Это просто стреляют. Пошла за хлебом. Город пустой. Ни людей, ни машин. Иду одна. Стемнело. Выхожу к подъезду. Собрались жильцы. Так повелось. Делимся новостями. Паники нет, никто не жалуется. Сдаваться никто не собирается. Любви к тем, кто нас расстреливает, в сердце отыскать не можем. В свой народ можно стрелять 1 раз, второй. Это уже не твой народ. В нас стреляли не 1 и не 2 раза, а много-много раз. Мы уже не народ Украины. Ноябрь 2014 года. Света не было. 77 дней. Дали 22 октября. Рады, у многих его еще нет. Вода бывает иногда утром и почти всегда вечером. Почти не стреляют.
Рады, все успеваем. Жизнь налаживается. Магазины продовольственные начинают работать по полдня с прилавка на входе. На рынке есть овощи, даже мясо. Уже можно многое купить, у кого есть деньги. Но у многих их нет. Или они на исходе, потому что заводы стоят, банки закрыты, учреждения не работают. Пенсии, которые заработали, работая на Украину, Украина не дает. ЛНР пенсионерам, инвалидам и детям-сиротам выплатила пособие по 1600-1800 гривен. На хлеб уже есть, но кушать хотят все, не только пенсионеры. Делимся с теми, кому не дали. Отстояли 2 ноября 2014 года в очереди на выборах в ЛНР 4 часа. Подтвердило, что мы уже не народ Украины. Сердце любви к тем, кто нас расстреливает, по-прежнему нет. Потому проголосовала за ЛНР. Общалась с людьми в очереди на выборах. Настрой очень позитивный. Верят, что у нас будет все хорошо. Верят в порядочность тех, за кого пришли голосовать. Какой-то особый подъем у людей. Единение. Война изменила нас. Ценностные ориентиры стали другими. Мы стали добрее, внимательнее друг к другу. В очереди никаких ссор, скандалов. Все вежливые и предупредительные. Переживают, что до закрытия не успеют проголосовать. С каким-то особым почтением и благодарностью говорят об ополченцах. Возлагают на них большую надежду. Войны никто не хочет, но другого выхода из сложившейся ситуации не видят. Я так же, как и все, понимаю, что себя мы сможем защитить только с оружием в руках. Ибо против танков и снарядов увещевание – слабый аргумент. Его никто в Украине, которую мы уже перестали позиционировать как свою страну, не слышит. Нас, Юго-Восток, не слышат и не хотят слышать. Майдан имел право заявить, что власть ему не нравится. Они герои. Мы не имеем права заявить, что нам власть не нравится, что мы хотим на своей земле жить по-другому. Мы не претендуем на чужие земли, не свергаем их правительство и президента. Но за то, что мы заявили, что хотим жить по-другому, нас назвали недочеловеками, стали убивать. Мы, работающие на наукоемких предприятиях, делающие валютный фонд страны, лучшие, образованные, чем западенцы, недочеловеки, пишу эти строки, лучше образованные, чем западенцы, недочеловеки, пишу эти строки, а где-то недалеко бухнуло так, что окна задрожали. Света нет уже сутки, воды нет. Неужели опять этот ад начинается? Уже пролились реки крови. У нас есть седые дети, некоторые в могилах уже лежат. Все знают обстрелы, подвалы. Дети у нас не капризничают и не плачут. Они у нас взрослые дети. Города и села наши разрушены. На нашей земле армия Украины и бандформирование, сформированные олигархами, продолжают нас стрелять, бесчинствуют на нашей земле. С государством Украина мы не будем жить никогда. Точка невозврата пройдена. Вы знаете, что такое обстрел? Конечно, нет, ибо пока не прочувствуешь на собственной шкуре, не поймешь. Картинка по телевизору и свист снарядов рядом – разные вещи. Когда немного интенсивность обстрелов утихла, и мы стали уже отвыкать от воя сирены и плотного огня градов, вдруг со стороны станицы Луганской вечером обрушился на восточные кварталы Луганска такой шквал огня, что мы в ужасе застыли. Все выло и сверкало, за окном сплошное зарево и грохот, свет погас, связи не стало. Это светопреставление длилось примерно полчаса, потом интенсивность начала падать, к утру утихло. Утром узнали, что погибли мирные жители, есть разрушения, рядом угол дома обвалился, людей привалило, недалеко влетело прямо в квартиру. Зачем? Чего хотели добиться? Вот так разговаривает Украина со своими гражданами. Сколько еще жизней наших мужчин, самоотверженно ставших на защиту своей земли, детей, женщин, вообще население Донбасса должно погибнуть, чтобы мир опомнился и обуздал убийц? Или это только наше дело обуздать поднявший голову фашизм? Мы одни против государства убийцы, которому нехило помогают. Спасибо за сочувствие, но очень хотелось бы помощи, которая остановит войну и реки крови. Мы терпеливые и стойкие, сдаваться не намерены, но всем миром, справиться с фашистской гидрой гораздо легче. Мы, население Донбасса, как и все, хотим жить. По скриптум. Направляю вам свои воспоминания и впечатления о начале войны на Донбассе. Написано дома при свечах, когда не было ни света, ни воды, а за окном постоянно гремели выстрелы. Грады работали в километре от дома. Людмила, город Луганск. Стилистика и пунктуация автора сохранена. Да, это именно из того дневника, что я начинала читать.
Если кто знает, сообщите, пожалуйста. Дневник Людмилы издали книгой. Ей там собирались помогать. Я даже видела переписку. Очень хотелось бы верить, что издано это книгой. В проекте «Как я встретил начало войны» каждый житель Донбасса может рассказать, как именно изменила война его жизнь, что произошло в его судьбе с началом боевых действий в Донбассе. Необходимо, чтобы весь мир узнал о тех тревожных днях 2014 года, когда началась гражданская война. Вы можете отправить свою историю нам на почту. Адрес дается. Все письма можно прочесть здесь. Извините меня, пожалуйста, за большое количество ремарок, но когда я начинала читать этот дневник, он просто все мое существо пронизал. Там каждая буква, каждое слово кричало о том ужасе, который люди пережили, но не сдались. Обстрелы закалили нас, дети не капризничают, они рано повзрослели. Луганчанка.